Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. У нас сегодня чудесный солнечный день. Температура днем до 23 даже градусов. И я вышла в центр прогуляться. Сейчас я нахожусь на Александровской. Буду вам показывать, что интересного увижу. С остановки я прошла на Александровскую и нахожусь около культурного дома. Здесь проходят разные экспозиции. Такая экспозиция. Также здесь проходят фестивали искусств. Красивое такое здание. Ни разу вам его, кстати, не показывала. Вот такое красивое здание. Культурен дом. Рядом с этим культурным центром находится всем известный памятник воинам, русским воинам-освободителям. Памятник Алёше. Здание здесь тоже находится. Здесь офисные здания внизу, а наверху жилые. Так красиво у нас. Это площадь Тройката. Памятник. Это самый центр улицы Александровская. А сейчас у нас здесь проходит ярмарка вещевая. Кстати, на Александровской очень часто разные ярмарки проходят. То бывает выставка меда, то продуктов. Ну а сейчас вот вещевая выставка. Вот там вдалеке палатки виднеются. Вот какой высокий этот памятник. Стелла такая. Это самый центр улицы Александровская, центр города Бургас. В площади проходят различные митинги, праздники, в общем, всякие мероприятия. Пришли в парк и вышли к морю. Ух ты, какое сегодня море-то красивое! А волны-то какие! Ого! Да, красота! Море сине-зеленое. Бургас. Оп, на ветру. Гларус летает. Ох, море сегодня бушует. После прогулки пришла домой и решила обновить себе маникюрчик. Вот такой осенний нюд с сухоцветами. Сделала себе. Так прошел мой обычный день. Рада видеть всех на своем канале. До новых встреч, друзья. Пока-пока.